На днях в Гагре открылся необычный вернисаж. Экспозицию работ абхазских художников и фотографов «Арт-мозаика» провела команда «Colors of Nation». Все эти картины и фотографии получили вторую жизнь и теперь красуются на одежде, которую выпускает команда «Colors of Nation». Площадка перед знаменитой Гагарской колоннадой – одно из самых живописных мест города. Здесь начинается парк принца Ольденбургского. Отсюда прекрасный вид на горы и море. Отличное место, чтобы привлечь внимание к творчеству. С командой Colors of Nation сотрудничают художники от Гурпиля, Саид Возба, от Гурампар, Гуранда Барциц, Астамур Квициния, Мадонна Аргун, а также известные абхазские фотографы. Дочь художника Александра Семенцова, который умер в 2005 году, довольна, что таким образом новое поколение получает возможность познакомиться с творчеством ее отца. Интересно, чтобы как бы папины работы прозвучали в неких таких вот принтах, в новой энергетике, потому что это классические работы, это традиционное искусство, это как бы наследие, которое я развиваю, и получился такой тандем между как бы вот Colors of Nation и фондом Александр Семенцов. Выставка «Два взгляда, две страны» – еще один проект команды Colors of Nation. Год назад в Абхазии прошла совместная выставка абхазского фотографа Константина Грицова и израильского Лии Гельдман. Несколько месяцев назад такая же совместная выставка проходила в Израиле. Константин Грицов до сих пор находится под впечатлением от Тель-Авива. Очень свободный город, очень смешанный и еще пока в процессе некого формирования. К закату на Гагарскую колоннаду пришел весь городской бомонд во главе с руководством Гагарского района. Генеральным спонсором мероприятия выступила компания «Аквафон». Мы стоим рядом с людьми, которые объединены очень важной идеей. Они продвигают Абхазию как культурное пространство, как креативное пространство, как место, где рождаются идеи и воплощаются. В этот вечер перед гостями выступал квартет «Капричо», а яркие музыкальные номера создавали атмосферу незабываемого праздника. Модели продукции Colors of Nation прогуливались среди приглашенных. В финале гости полюбовались всей линейкой продукции Colors of Nation. В новом году Colors of Nation нас порадует новыми идеями, новыми участниками. Новыми участниками обязательно, потому что у нас уже есть много договоренностей. Но идеями, я надеюсь, тоже, потому что мы стараемся их генерить и не останавливаться. Есть уже какие-то проекты, и надеюсь, что все удачно сложится. Подарки от спонсоров мероприятия получили счастливчики, победители моментальной лотереи. Все художники очень талантливые, красивые фотографии, также картины. Даже есть гагринская девочка, это Мадонна Аргун. Мы посмотрели ее фотографии, очень красивые картины также. Мы рады очень, что жители не только города Гагры, но и Сухума, Гудаута сегодня посетили наш город. Ну а в завершении колоннаду осветили десятки фонариков, которые еще долго кружили над морем в знойном августовском небе.